Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы будем поднимать утконот, так сказать, гаганот с компьютера, с Windows 64, либо с ноутбука. Расскажу по деталям, как это все сделать. Если вы не смотрели видео, как поднимать данную ноду с Android, с телефона, обязательно вот сейчас будет подсказка, перейдите и смотрите, а мы начинаем. Друзья, не забываем, что есть максимальные бонусы и скидки на Binance и Bybit. Если вы еще не зарегистрированы по каким-то причинам, обязательно регистрируемся и забираем свои награды. Итак, что мы с вами сегодня имеем? Это GagaNode, это рынок IP следующего поколения, то есть децентрализованный рынок IP-адресов. Что такое вообще GagaNode, для чего она нам нужна и что мы от этого получим? Ну и пару слов, и начнем, собственно, поднимать ноду с ноутбука. Что такое GagaNode? Это определенная разработка компании Meza Network, которая также стремится создать эффективный рынок пропускной способности Web3, используя модель протокола блокчейна. GagaNode, кстати, можно на любую неработающую электронику поставить, то есть на телефон, это на TV-бокс, на Xbox, на PlayStation, и оттуда даже поднимать ноду. Вот, как работает GagaNode, здесь все показано. Давайте, собственно, перейдем к делу, а потом уже немножко описываем. Друзья, еще раз повторюсь, кому удобно с Android, вот это видео обязательно смотрим. Итак, мы перешли в главный экран. Это мой аккаунт. Прежде всего, вам нужно зарегистрироваться в этой площадке. Я также в прошлом ролике показывал, как это сделать. В принципе, ничего сложного. По ссылочке в описании можете это сделать. Итак, у нас есть туториал. Ну, в принципе, он вам не нужен. Я сейчас все расскажу. Есть Install и Run. Это то, что нам пригодится сейчас. Есть кнопочка Reward. То есть, это награды, которые получаете именно вы от ваших нод. Также есть реферальные награды. Вы можете пригласить и 20% дополнительно получать от одного реферала. Также имеется баланс, это общий вместе с реферальными. Сейчас у меня 77 тысяч токенов. И данная вкладочка у нас уже показывает, сколько нод где поднято. Вот у меня показано, что с одного IP-адреса у меня две ноды, понятное дело, не будет работать. Одна работает, другая нет. Вот 1.06 это версия Android, если нод инфо посмотрим. И вот сейчас выключена эта версия Windows. Ну, вы можете поставить VPN. В общем, ребята разные способы находят, как можно это все урегулировать и вместе сделать. Сразу скажу, с ноутбука примерно 200 мегабайт оперативной памяти, примерно 1.5-1% тратит процессор. То есть, в принципе, не ресурсоемко и не сложно приложение. Итак, что мы должны сейчас сделать? Нажимаем Install Run, выбираем определенную систему, которая нам нужна. У меня Windows 64. И теперь вот где кнопочка «Пуск» внизу, да, у меня сейчас здесь не видно. Нажимаем правой кнопки по кнопочке «Пуск», и тут открывается Windows PowerShell администратор. Обязательно не просто, а вводим администратор. Подтверждаем, что мы с прав администратора заходим. И появляется вот такое окошечко. Я его чуть-чуть сделал поменьше. Что мы здесь должны сделать? В принципе, ничего сложного. Первое у нас это загрузить приложение. То есть вот здесь вот копируем. И вот сюда вот вставляем. Нажимаем ОК. У нас загружается. После этого мы видим вот такую вот надпись, которая называется Install App Service Complete. То есть все завершено. Дальше нажимаем Start Service. Вот здесь мы нажимаем Start Service. Также Enter. Видно, что все также подтверждено. Check up status. То есть тут мы должны посмотреть статус, в принципе, нашей ноды. Написано running. После этого нам нужно... Вот здесь check GagaNode, статус running. У нас вот, в принципе, все правильно. После этого нам нужно добавить наш токен. То есть сверху видите вот этот. Это ваш, можно сказать, токен, адрес токена. Поэтому нажимаем set token. Отправляем. У нас вот здесь все сохранилось. В принципе, после этого нам нужно просто сделать рестарт. Вот здесь вот нажимаем кнопку рестарт, то есть копируем, отправляем. Все, рестарт command send, system will reboot. Все, теперь через минут 3-5 минут смотрим на ноду. Вот здесь она должна у вас активироваться и, соответственно, запуститься. Если вы делали с Android, нужно с Android выключить, зайти с ноутбука. Опять же, если у вас не было с Android, сразу появится вот здесь через некоторое время нода, если вы сделали все правильно, как я вам показал. Также, друзья, в документах вот здесь Run GagaNode, обязательно ссылочку оставлю. Вот здесь есть дополнительные команды, которые вам потребуются. Это отключить ноду, это полностью удалить с ноутбука, сделать рестарт, апгрейд, то есть обновить. То есть все вот эти ноды потребуются. Если, к примеру, нужно остановить с компьютера, вот нажимаем сервис стоп и также вот сюда вот отправляем. Все, Stopping Up Service Complete. То есть, если мы хотим менять там с телефона, с ноутбука,
вот этими командами всеми пользуемся. В принципе, один раз сделав это мероприятие, вы будете включать свой ноутбук, на котором есть интернет, автоматически нода будет запускаться. У меня лично это все делалось так. Если хотите удалить ноду, либо застопить ее, я уже показал, как это делать. Этим самым действием мы поднимаем узел, то есть помогаем блокчейну. Помимо этого, нам будет начислять определенную долю токенов Mezzan Network, именно не Gaga, а будет перераспределяться в токен Mezzan. И помимо этого, чуть позже на gaganode.network или .com, точнее, извиняюсь, будет такой P2P небольшой обменник, где можно будет ваши токены обменять сразу на USDT, на доллары. Скорее всего, это будет уже в следующем квартале. И вот, собственно, информация. GagaNode поддерживает совместный майнинг с Mezzan Network, а кредиты GagaNode будут привязаны к определенной части основной сети Mezzan. Есть GagaNode, есть нода от Mezzan, то есть они разные. Нода будет награждаться Gaga кредитом каждый раунд, который занимает 10-30 минут. Сумма вознаграждения различается в разных странах, кстати. Вознаграждение выше для узлов с резидентным IP, чем для узлов с IP-адресом центра обработки данных. Поэтому, если вы именно со своего интернета это делаете, у вас наград будет больше. И вот здесь показано по странам, сколько наград. Вот резиденты награды и дата, центр, ревард, то есть 1 к 10. Также вы можете перевести свои Gaga ноды, нажать кнопку «Баланс», проверить трансфер и после этого отправить кому нужно. Ну, к примеру, вот «Баланс» нажимаем, и вот здесь «Трансфер Gaga», и отправляете именно на тот адрес, который вам нужен, сколько хотите отправить, и после этого отправляете, подтверждаете с почты. И получать это, если с одного аккаунта на другой вы хотите перенести. Друзья, не забывайте подписываться на Telegram. Очень много полезной информации у нас здесь. Переходите, обязательно жду вас всех. Всем пока. Если какие-то есть предложения, либо какие-то вопросы, в комментарии обязательно отвечу.